первый, блин, так сказать, упс. Так, а по длине она такая же интересная окажется, как предыдущая или нет? Так, и... Фу, блин, замучился. Так, даже интересно, кстати, а та пробка предыдущая, посмотрим, по длине. Кажется, что она длиннее. Давление в бутылке-то было достаточное для выталкивания. Ну-ка. Ага, да, конечно, смотрите, ребят. Вот в чем, блядь, проблема. Видите, да? Разная длина. Разная длина и разная форма юбочки. Смотрите, то есть здесь она вот с этой стороны, она как бы в распорку встает, а вот этот кругляш, как Шато Тамани, он вылетает на раз. Вот, то есть получается, что или Стефан Лошара, или вот это вот, говорю, несоответствие стандартам, да, но несоответствие стандартам заставляет корячиться, поэтому хейтеры могут идти в баню, которые...